Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. По-прежнему Мейнер Лорд. Демка-версия перед выходом релизной версии игры. Я тренируюсь, я вспоминаю. Ну, а поскольку я играю, я думаю, что дай-ка я запишу и вам покажу, чем я занимаюсь. Так вот, у нас с вами апрель месяц. В прошлой серии мы тут с вами намучились с полями. Но поля, смотри, как все нормально, зеленеет. Уже даже какие-то всходы появились. Что-то тут у нас растет. Надеюсь, что мы урожай соберем. Также я заложила поля, которые мы будем собирать в следующем году. Так, таких больших полей нам не нужно. Вот, я думаю, что урожая этого года нам должно будет хватить. У нас поселение небольшое, у нас всего лишь 36 человек. Вот, рабочих я распустила, тут сидит всего лишь один. Он сидит и бдит, прокрастинирует, понимаешь ли. Ну, да ладно, могу себе пока что позволить. Дрова у нас, вернее, дерево у нас рубится, дрова у нас собираются. Единственное, что у нас не так много еды. Зато у нас капают денежки, поскольку мы продаем кожу. Все это вот если с первой серии смотреть, все вам станет понятно. Но у нас в еде появились, видите, у нас появились и яйца, и молоко. Почему? Потому что есть вот эти вот домашние хозяйства. У них-то все в порядке. У них, смотрите, у них есть молоко. Вот именно от их коз и, в принципе, что-то там таскать из таких продуктов основных они не будут. Вот, это и очень хорошо, поэтому давайте-ка и других тоже мы, наверное, сделаем такими же самостоятельными. Так, что у нас хорошо идет? Молоко немножко больше, яйца немножко больше. Ну что, кого мы здесь поставим? Давай мы сюда козу поставим. Вот. Коза, курица, коза. Ах ты, коза. А сюда мы поставим кур. Пока что деньги у нас позволяют. Вот, сюда мы добавим курятник. Смотри-ка, елка не осталась. Елку снесли. Но здесь для куриц тоже места хватит. Так, пока что мы можем еще себе поставить, например. Давай так и пойдем по очереди. Козлятник. Вот, и сюда. Здесь места меньше. Сюда мы можем поставить кур. Все, деньги закончились, как я и говорила, да. Деревья здесь идут, но это дерево у нас осталось. Это довольно забавно. Пусть оно тут будет. Надеюсь, мои лесорубы его не срубят. Вот, сюда мы потом, когда наберем денежки еще, поставим еще один козлятник. И, в принципе, на этом у нас как бы, наверное, хватит. У нас еще осталась вот эта вот серия домов без хозяйства. Возможно, что я их тоже обеспечу. Либо мы подождем того момента, когда мы начнем либо покупать, либо сами изготавливать инструменты. И тогда уже будем сажать морковку. Вернее, овощи это называется, потому что, ну, тут, видите, тут какая-то свекла или редисочка. Какое-то, хотя вот это на свеклу больше похоже, это больше похоже на редиску. И здесь тоже, по-моему, какая-то свекла у них растет. Иногда бывает, что есть капуста. Зачем для этого нужны инструменты, я не знаю. Но мы с вами сейчас сделаем великую стройку. Займемся с вами великой стройкой, а именно таверны. Нам нужна таверна. Таверна у нас будет. Таверне быть. Таверну мы будем строить вот здесь вот. Вот здесь вот. Все на великую стройку. У нас два быка. Два вала. И они тоже прокрастинируют. Вот он Васка. И вот она Гамма. Все, поехали. Валы сейчас подтащат нам бревна. У нас есть кому строить. Для этого не нужно иметь
здесь членов фамилии главных. А здесь у нас все уже готово для приема солода, для приема муки и выпечки хлеба. Правда, все мокнет. Готова мельница, готова пивоварня. Это же пивоварня, да? Там даже травка какая-то висит. Мель, наверное. Вот, а также готова... Очень странно тут так получилось. Это ткацкая мастерская. Все готово. Ох, погода. Погода шепчет. Ну и стройка началась. Апрель месяц. У нас тоже апрель месяц. У нас же апрель месяц. По крайней мере, когда я снимаю это видео, у нас апрель месяц. Поэтому, что ж. А, вот еще что. У нас немножечко все очень плохо. Все очень немножечко плохо с животными. Этого следовало ожидать. Этого очень мало, когда всего лишь один источник дичи. Вот, отсюда и с кожей тоже у нас не очень все хорошо. Но пока что есть, и пока что мы ее продаем. И, кстати, я забыла, что мы можем поменять название нашему городу. Ноенфурт. Никакой не Фурт. И никакой не Ноен. Как мы его обзовем? Как мы обзовем наш город? Солнцедар. Это что-то очень долгое. Вот когда надо, никогда не приходит ничего в голову. Назовем его... Хочется что-нибудь с солнцем, но я не знаю, можно ли писать тут на русском. Я сейчас не переключу клавиатуру. Давай назовем его Форт Ноен. Ноен. Ноенфурт – это новый форт. Ноен. Ноен. Вот просто Ноен. Все. Вот. Оригинальности я не отличаюсь. Close. Ну, если что, можно еще будет обозвать. Опять же, это же наша такая просто пробная версия. Кстати, если мы сейчас посмотрим на карту, на большую карту, мы будем называться здесь Ноен. У меня был город, который я называла Ингард. Ну, будем играть с вами версию... Слушай, а что это тут такое летает? А, это строящиеся. Странно, как он показывает. Какое-то летающее здание. Таверна. А, и все остальные почему-то они летают. Вроде как бы есть план. Но вот если вы сейчас так посмотрите, видите, тут много каких-то зданий. Дикие животные. Строящиеся здания почему-то. И вот это тоже. Они как летают. Ну ладно. Вот, очень бедненькое местечко, да, потому что у нас тут всего лишь одни ягодки и всего лишь одно место с животными. Хотя вот здесь, посмотрите, здесь аж три ягодки, да. Здесь две, ну, ягодок нету. Здесь ягод, два места, животные. Здесь тоже двое ягод и животные. Ну, тут совсем все плохо, здесь вообще ничего нету. Там какие-то другие задачи, очевидно. У нас глина. Вот, тут мед, тут вообще прекрасная страна. Поэтому у нас такой средней паршивости, как говорится, городок. И мы пробуем в нем выживать. А что делать? Как надо? Как надо? Я потеряла. Где мы? К сожалению, тут пока что все закрыто. Наверняка будет полной версии... возможность развивать и получать какие-то бонусы. Вот, тем не менее, давай проглядим, посмотрим, подглядим, как строится наша таверна. Неплохо. Можно немножко ускорить это дело. Смотри, само здание построили.
Это, очевидно, кухня. Это кладовая. В те времена туалетов не строили в товарных. Те бегали в кустики соседские или вообще никуда не бегали. Это, наверное, скорее всего... Нет, вот, наверное, сама таверна. Да-да-да. А это тоже склады, скорее всего. А можно представить, что это туалет, но это не он. Это не он. Здесь, наверное, как раз вот что-то там хранится, печется. Вот это, возможно, и есть кухня. А там-то точно кладовая. Да, это сама таверна. Маленькая, ну... В основном все происходит на улице. Вот уже и столы мокрые. Да, я же говорю, вот она. И это тоже, скорее всего, мне прям интересно, что там. Здесь явно что-то такое, что должно, очевидно, запираться. Продукты, может быть, там держат. Ну и сама таверна. Вот такая красота, друзья. Все, тра-та-та, тра-та-та. Вот такая красота. У нас осталось построить церковь. Ну, я помню, что церковь лучше не строить, пока все остальные нужды не удовлетворились. А нужды наших товарищей какие? Им нужно, чтобы было пиво. Им нужно, чтобы была еще одна одежда. Это вот, чтобы синенький был этот. Да-да-да-да, зелененький квадратик, чтобы был заполнен. Короче, нам нужен лен. Вот, будем собирать лен, будем шить одежду. Куда это она так бежит, бежит? Куда что так бежишь-то? Прям бежит. Смотри, мне прям интересно, куда она так чешет. И чего? Че бежала? А куда это я так бежала? Деменция, мадам. Кундунт. А. Этот такой. А, это ты с кузнецом пришла. Все понятно, все понятно, все понятно. Ну вот теперь разговаривай с кузнецом. Ась! Ты о чем это с ней там? Занись, давай! Не видать себе кундунт, как своих ушей. Хоть у тебя и шапочка с длинным капюшончиком. Пошел такой, пошел. Все, кундунт у нас осталось в девках. Чует мое сердце. Ладно. Вот такие вот веселые истории у нас происходят. А здесь у нас, дайте-ка глянуть, что у нас происходит на полях. Ну что, на полях у нас все вроде как потихоньку всходит. У нас начался месяц май. Самое время засылать сватов, справлять свадьбы. Почему бы нет? Почему же так жестоко обошлись с кундут? Чем я займусь? Я вот сейчас прям даже не знаю. Мне надо ждать, естественно, урожая. Вот, ждать урожая, делать... Прикидывать, где у нас станет церковь. Можно ее сейчас, конечно, построить, но... Но не нужно. Поверьте мне, не нужно, потому что... По-моему, там сразу к нам прилетит сдавайте валюту, а именно налоги. А налоги мы не сможем сделать, пока не построим помещичью усадьбу. Слушай, а вот как бы мне еще домики поставить? Как бы мне домики поставить, я вот сейчас думаю. Тут я так размахнулась, конечно, с этой дорогой. Мне вот такой дороги хватит. Наверное. Ну да, да, хватит. Конечно, тут планирование надо делать уже, когда эта церковь стоит, елки. Ну, в принципе, подожди, в принципе. Ой, я тут столько деревьев сразу выбью, да? 5 деревьев. Ну, а что делать? Давай я поставлю церковь. Не-не-не-не. Ай, уч. 0.
Никс. Не строить. А эти все тут по поводу кундут разбираются. А я не могу поставить на нее паузу? То есть они сюда уже тащат? Я надеюсь, что нет. Бык, не тащи, не надо. Не надо. Ладно, пусть пока тащит. Я ее сейчас снесу. Она мне нужна была здесь только для того, друзья мои, чтобы... поставить нужным образом дороги. Вот так вот. Все, пардон. Мне вернутся материалы? Вернутся материалы. Все. Вот. Церковь мне никак нельзя сейчас строить. Вот. А вот эти все дорожки я сейчас уберу. Даже эту уберу. Ну, здесь дорога есть. Так. Я единственное, чего не сделала, не посмотрела, где у нее... А, да. Я все вспомнила. Тут у нас тоже была дорожная проблема. Как-то вот так вот решим. Так, и церковь помещается. Отлично. Так вот, здесь дорожку я сделала. Дай-ка я ее тоже, наверное, пока что уберу. Вот, и все-таки оставлю здесь дорогу, но сделаю ее поаккуратнее. А именно... И вот так. Вот. Почему? Да потому что здесь, в принципе, где у нас подводные воды? Подводные воды есть. Колодец здесь стоит. Так вот, с этой стороны я могу построить еще дома. Их нужно строить. И здесь я могу сделать, может быть... помещичью усадьбу. Она закрыта. Я даже не могу примерить, войдет ли она здесь. Ладно. Подожди, а здесь дорога осталась? Или что это такое тут за зеленка? Ну, теоретически должна остаться. Вот, сейчас мы это все поймем. Значит так, становим сюда, ставим сюда дома. Дома мне нужны. Сейчас у нас начнется всякие эти заготовки и прочее. Чего? Почему нет? Почему? 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 Я что, не могу столько много домов делать за раз? Лакс включился. Ладно, давай оставим тут немножко леска. А, что так много? Так много нам не надо. Вот, сколько у нас тут получается хозяйств? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как раз на 14. Ну ладно. Давай. Бонзай! Будем строить. Большая стройка, великая стройка. Всех прокормить. Я надеюсь, что мы прокормим.
Так, колодец. Эти будут ходить сюда, у этих здесь колодец. Все прекрасно у нас с колодцами. Вот с рыночком не очень. Эти бедолаги вообще будут всегда голодать. Ну, вроде в игре это как-то так сильно не играет роялю. Можно было и сюда пристроить. Может быть, я сюда потом микрорайончик еще сделаю, если понадобится. В общем, где строить, здесь проблем нету. Поэтому поехали. Да, бычара, ты кричишь. Ты кричишь, но пока мы ничем не заняты, мы можем себе позволить уволить, во-первых, наверное, этого бездельника. Или он будет у нас что-то строить. Давай посмотрим. Давай за ним проследим, будет ли он что-нибудь строить, когда он бездельничает. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Ждет, ждет. Чего ждет? До сбора еще очень далеко. Мы можем его уволить, я так думаю. Так вот, до сбора урожая мы можем посмотреть. 98 дней, 98 дней. Еще очень много времени, поэтому бездельника можно уволить запросто. Так, сколько у нас людей собирают ягоды? Двое. Ягод осталось 39, у нас всего май месяц, поэтому тоже можно оставить пока что все это дело. Бездельник, ну пускай идет, строит. Так, может, побыстрее будет, если он будет участвовать в стройке. Вот, сейчас мы понастроим, куча домов у нас будет, и у нас будет куча лишнего народа. Вот, поэтому не пугаемся. Ожидаем. У нас денежки медленно, конечно, капают. Ну, ладно. Да, вот такая вот суета. Суета суетная. Так, вот еще один человек появился. Кстати, что у меня с дровами на 17 месяцев? Сколько человек? Один. Давай еще один сюда пойдет. Хорошо, так. 32 ягодки. Два человека хватит. Что у меня делают при всем при этом мои лесорубы? Лесорубы рубят. Поэтому давай-ка еще одного сюда добавим. Вот и все. Вы говорите, много лишних людей. Нет. Здесь все так быстро распределяется. Поэтому еще придется перекидывать туда-сюда. Кроме всего прочего, у нас тут есть пустующие торговые стенды. Ну, как пустующие, народ как-то сам на общественных началах туда что-то приносит, что-то забирает. Вот, пожалуйста, у нас морковка, ягоды, мяса нету, мяса мало. Мяса вообще нету. Дичь все перебили. Дичь быстро выбивают. Вот, поэтому еды на 5 месяцев. Мы ждем нашего урожая, начнем печь хлеб, и тогда все станет полегче. Что это там за куст такой плоский был? Я все видела. Июнь, однако, наступил. Наступил июнь. Нам осталось построить еще 4,5 дома. Ох ты ж, елки с палками. Даже наши два быка не успевают доставить сюда бревна. Ну, потому что, когда вы строите далеко от лесопилки, все это вот так вот и будет. Долго. И затруднительно. Ну, мы никуда не торопимся. Нам главное сейчас не профукать. Поля. Полюшка, поля. Осталось 79 дней.
Да, но быстрином я кручу, потому что уже, в принципе, понятно. Так, 20 денежка упало у нас. Следующее, я думаю, что мы сделаем так, кос. Мы сделаем кос, но уже на той стороне. А тут у нас, видите, как все. Сюда я, может быть, попробую морковку посеять. Здесь куры в тенечке. Но здесь и хорошо. Во-первых, животные нас тут не видят. И мы не пугаем животных, которых мало. И так мало. Заповедник. Прямо заповедник. Ты где вообще человек? А, он все-таки охотится. Не, потихоньку есть. Потихоньку, ладно, два мяса. Ну, это так. Деликатес. Построили, построили. Вот, отлично. Народ, народ. Сейчас народ мы будем добавлять. Смотри, куда нам надо. Нам надо, прежде всего, даже не сюда. Нам нужно солод. Кстати, что там с ягодами у нас? Еще 12 штук. Смотри, нам сейчас добавлю, потом будем убирать все равно их на полевые работы. Вот, человека в солод, который будет делать человека, который будет делать пиво. Так? Потом, вы говорите, нам нужен человек обязательно в таверне. Вот, потом, нам нужен обязательно человек в пошивочную. И все, и люди закончились. А нам нужен еще мельник, и нам нужно два пекаря. Два, потому что мельница делает гораздо быстрее муку, чем пекари успевают все, как говорится, это сделать. Испечь хлеб. Но, тем не менее, сейчас вот у нас все это будет. И я пока что почему я ставлю? Понятно, что им там нечего делать. Чтобы показать вам, насколько тут все как бы вот, вот так. Все под расчет, ни больше, ни меньше. Я ж не просто так от балды поставила сюда вот это вот количество 7 штук домов. Но было... Куда пошли? Куда пошли? А, бревно сюда не подвезли. Ну вот оно, бревно. Вернитесь! Вернись! Ребята! Сюда еще никто не заехал? А-а. Какие они, да? Не, вот, заехал. Заехал, давай, делай. Вот, приехал, заехал. Сейчас остальные тоже все примутся за работу. Так вот, значит, нам нужен мельник. Come on, people. Get to work. Это мельница закрутилась, хотя делать там нечего. Вот, и нам нужен пекарь. Сейчас там еще один домик построится, и будет пекарь. Вот, и все. Дружочки мои, пирожочки. Осталось две ягодки. Одного можно уже отсюда увольнять. Пекарню ставить. Вот, второго свободного. Давай сюда. Он тут будет сейчас бдить за полями. 54 дня осталось до сбора полей. Поэтому пока что оставляем все так. Время летит быстро. Так, сколько у нас тут? Двое. Окей. Все. Июнь, июль месяц, и ягоды закончились. Сейчас с едой все не очень. С едой все совсем не очень. Все очень. Все очень не очень с едой. С едой надо печь хлеб. Побольше, и побольше, и побольше. Так, people, ты где? Going inside. Короче, страдает фигней, да? Все, убираем тебя. И ты going inside. Ты прям вот сюда уже иди. Заготовься. Заготовься убирать урожай.
июль. Давай сделаем немножко нормальную скорость. Хочется нормальной скорости. Итак, я обещала, что я буду сейчас делать хозяйство вот этим. Подожди, а почему там коза где-то гуляет? Коза пошла к оленям. Конечно, тут такие дырки в заборах. Ну, вот, смотри, они же прям гуляют. Ты куда пошла? Кстати, у каждой козы тут вроде как... Фредлайн. Going somewhere. Куда-то она пошла. Куда пошла? А, нет, смотри, опомнилась. Ладно, смотри, коза, тут сейчас у нас... В демо-версии нету волков. Не факт, что так оно и будет продолжаться. Вот, мне надо набирать тимбера, бревен. Мадам пошла в колодцы, да? Вот казалось бы, да, вот мадам идет. Вроде бы рядом, я говорю, колодец-то вот он рядом. А на самом деле, посмотрите, как далеко-то идти. Через всю улицу. Вообще-то она пошла не колодца, она пошла за едой. А за едой это вообще что-то на другой край деревни идти. Благо, еда тут есть, даже мясо появилось. Деликатесы. Вот. Так, о чем я говорила до этого, не знаю. Все, да, иногда просто приятно, как говорится, походить, посмотреть. Походить по лес, полям. Лен цветет, красота. Ой, ну мы же сейчас наши башмаки все промочим. Так, вот, кстати, что пшеница, что овес выглядит одинаково визуально. Не знаю, как оно будет, опять же, в релизе. Давай, давай. Мни. Цветочки. Ну, лен, конечно, красота. Очень красиво. Хотя, ладно, подожди. Это все хорошо. Но мне это не надо. Мне надо посмотреть, что делают мои лесорубы. Мне нужно будет очень много древесины. Они вообще работают? Да, они работают. Они работают, валы таскают. Древесина мне будет нужна для, во-первых, церкви. 8 штук. Вот уже есть, типа того. Потом, для очень быстро мне надо будет строить манор-хаус. Это 10. Там нужна будет стена, насколько я помню. Вот это вот. Вот. Сам такс-коллектор. 4. В общем, дофига. Дофига мне нужно будет бревен. А сейчас мы с вами ждем сбора урожая. А, да, я же хотела сюда козлов запустить. Вот так вот. Козлов? Да, козлов. Вот. Денег еще прибавил. Слушай, я там... У нас кожи-то хватит. Так, значит, там были козлы, здесь будут... Здесь будут куры. Здесь будут... Это неожиданно, у нас куча денег. Здесь будут опять козлы. Вот. Здесь будет морковка. Вот здесь вот. Это мы еще с вами, я надеюсь, доживем до того момента, когда будем делать инструменты. Вот опять козел, Томан. Опять он где-то гуляет. Жители сами, сами жители этого дома строят вот такой вот козлятник или курятник. Смотря какого животного вы завели. Кто им в этом не помогает. Ну вот, готово, да? Готово? Готово.
Тут вот курятник, пожалуйста. Красивый курятник, сама в нем жила. Правда же? Такая избушка. Окей, ладно. Таким образом, мы немножечко людей поддержим, чтобы у них все-таки хоть какая-то еда была, потому что еды мало у нас. Общественной еды всего лишь ягоды, которые сейчас закончатся. Сколько осталось нам поля? Сколько? 41 день. Ну, мне нечего больше делать, как только перематывать время. Давайте-ка я мотану прямо вот так вот очень сильно, на очень быструю перемотку. Следим за тем, что у нас с деревом. Потому что тут за этими лесорубами постоянно нужен глаз да глаз. Не, ну они вроде работают. Тридцать три дня. Июль. С едой. Так, яйца, молоко. Так, стоп. У нас можно еще сделать. Так, чего там у нас много? Яиц, молока надо еще. Козлятник нужен. Нужен козлятник. Вот давай себя козлятником и сделаем. Вот. Так что у людей будет хоть свое что-то. Вот если мы сейчас этот посмотрим, что вот у него есть как еда. А нет, смотри, он натаскал, он где-то успел урвать. И, ну, молоко у него свое, но где-то морковку и ягодку он уже урвал. А вот этот, который без собственного хозяйства, успел урвать 4 морковки. Откуда? У этого явно будут яйца. Так. А вот все, которые далеко у нас. Не, у них тоже что-то есть. Что-то как-то они успевают себя оторвать. Хотя еды очень плохо. Еды на 4 месяца. Это прям отвратительно, отвратительно. Поля через месяц еще. Давай, мотаем. И как будет... Стоп! Ты что тут делаешь? Ты что, уже убираешь? Почему? 30 дней. То есть они начали уже уборку? Так, тогда все вперед. Тогда давай-ка мы забираем, во-первых, из таверны. Сейчас я сюда прямо сразу понаставлю. Ну вот, сколько получится. Мне сейчас людей собрать. Так, из таверны забираем. Отсюда забираем. Ты пока еще не скоро будешь варить. Теперь забираем пекаря. Ты тоже еще не скоро будешь. Так, отсюда всех забрали, здесь двое. Кстати, окей, ладно. А откуда мне еще забрать? Можно отсюда забрать. Ну и все, наверное. Хотя, что я дурака валяю? Я могу забрать, в принципе, всех, кто здесь сейчас находится. Вот. И все они пойдут у меня на поля. Я думаю, что этого нам хватит. Ну вот и смотрим, как народ работает. Очень странно, что они пошли собирать уже. Я же даже не нажимала, чтобы они ранний сбор делали. Так, ну вот, барли 55. Ну, это они еще не все принесли. Сейчас придут те, которых мы позже наняли со своими семьями.
Теоретически людей должно хватить. Так, лен собирают. Забавно, что они его срезают и складывают. А здесь они зерновые, они в снопы складывают. Эх, под дождем у вас же все. Ну, не успеет испортиться. Мы его сейчас быстренько обработаем. Так, собрали. Здесь в мешочках все взяли, собрали. Подожди, а почему ты вот это не собираешь? Ну, кстати, они должны подготовить тогда вот эти вот поля. Или они весной это будут делать? Посмотрим. Потому что все эти поля, вот где они сейчас собирают, они сторож фул. О, слушай, кстати, сторож. Вот что я надо было сделать, а я не сделала. Мне надо увеличить гренери. Три бревна. Прям вот необходимо мне его сейчас увеличить, иначе у меня точно сюда ничего не влезет. Так, они сейчас будут обмолачивать. Пшеницу. Че так мало, слушай, почему так мало пшеницы? 6 штук всего. Или они уже начали ее обмолачивать? Обычно даже иногда видно, как вот они складывают, потом стоят там и обмолачивают. Это трагедия. Чуть ли не в багровых тонах. А, нет, они... А, вот пшеница, они ее еще не убрали. Все понятно, все ясно. Так, смотри, что мы сейчас сделаем. Мы... Ладно, дровосек пускай остается. Кого нам откуда снять? Нам уже надо кого-то поставить, который начал бы варить пиво. Потому что, вернее, варить солод. Давай тебя отсюда заберу. Потом мы из этих... И сюда поставлю. Нет, не сюда, а вот в солод. Солод, солод. Давай. Вот, ты начнешь варить солод. И мельника сейчас надо будет поставить, чтобы он уже начинал нам обмолачивать. Да, вот, пошел. Пошел сбор пшеницы, отлично. Можно, кстати, поставить и портного. Вернее, вебмастер. Блин. Короче, тот, который будет делать из льна нитки и ткача. Вот, ткача, ткач это называется. Так, так, так. Значит, собираем и уже мы тут должны что-то делать, да? Вот, все. Пошел процесс, пошел процесс. А что у меня здесь? Ага, ага, ага. Посмотрим. Пока я отсюда народ не убираю, они должны успеть все убрать. Ну, август. Сентябрь еще, октябрь. Я думаю, что они успеют это сделать. Снопы все связали. Так, здесь барли убрали. Хорошо. Так, не спеша, а в развалочку. Что стоим? Такая пришла, посмотрела. Ага. Порядок. Так, и мне надо кого-то ставить на уже на ткацкую. Давай-ка я, наверное... Не знаю, стоит ли мне убирать отсюда, не стоит. Обмолот они еще не начали. Молотить они еще не начали. Лен они весь убрали.
Думаю, что сейчас начну, да? Все, все убрали, да. Смотри, в середину складывают, когда сложат, начнется обмолот. Мы с вами увидим, как они это делают. Довольно интересно. Хотя теоретически мы с вами можем и вот так подсмотреть. Но все оттуда уже увезли. Да, вот, поехала. Угу, молотилка заработала. А что, вмешаемся? Давай мы потопчемся по зернышкам. Ой. Темно. Темновато у вас тут. Факела не хватает, чтобы все это поджечь. Все, смотри, он уже обмолотил. Мешочек взяли и понесли. В том углу лен лежит. Эти, не, пустите. Пустите, я застряла. Я застряла, мне придется идти через стенку. Это, конечно, не Лорна, но что делать? И потащили мешочки, все. А, вон они даже здесь снаружи что-то молотят. Какие молодцы, ладно. Мы можем посмотреть здесь, вот, Грейн у нас появляется. Сама пшеница убавляется. Ну и все. А вот и все, вот и вся наука. У нас пошли делать тут солод. Смотри, сколько тут у нас уже солод есть. Пора выставлять рабочих. Так, все, ребятки, они понесли. People, чем занимаются? Ага, вот ты прокрастинируешь, но, к сожалению, нельзя как-то вот определенно убрать определенного человека, потому что ты увольняешь только вот таким образом. Кто уволился при этом, совершенно непонятно. Вон он тут идет лунной походкой. Так, значит, раз сделали солод, значит, мы даем человека сюда. Даем человека в пошивочную. Сейчас мы еще одного уволим и поставим его на обмолот. Вот, поехали. Поехало производство. Так, обмолотить они три какие-то пшенички осталось. Ну, по-моему, они это будут держать до следующего года. Как-то они по 4, что ли, обмалывают, не знаю. Так, здесь уже есть флакс. Здесь уже есть лен. Поэтому сейчас тут начнется производство ткани. Так, солод у нас томят. Очень интересная такая печь. Пиво у нас варят. Пока еще непонятно, но скоро будут варить. И в корчму надо тоже поставить человека. Так, денег у нас пока здесь не прибавилось, да, потому что еда, 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 еда. Все очень плохо с едой. Так, ладно, ребятки, оставшиеся, что делаем? Чем-нибудь занимаемся? А что-то там крафтинг. Понятия не имею, что ты за... Что, что это такое? А, куст. Куст не прорисовался, так вот. Увольняем их всех отсюда. Можно одного оставить на всякий случай. Вот. И расставляем. Значит, смотри. Пекаря. Так. Мельница работает.
здесь человек есть? Так, есть. Здесь, тихо, пиво варим. Вроде все. Теперь нам нужен человек в таверну. Быстренько. Как только пиво появится, чтобы опаивать людей опиум для народа. Так, и остался еще один сюда. И остался еще один, который нам будет вторым пекарем. Вот. Вот. Теперь можно посмотреть, кто есть где. Ну, во-первых, те, кто делают солод, они тут и работают. Они транспортируют. А, кстати, я же не посмотрела. Расстроили, да, вот они. Увеличили хранилище нам. Вот оно какое стало, огромное. Так, они сюда... Да нет, они не сюда транспортируют. Сюда они транспортируют только еду. А вот, видите, мука пошла. Мука сюда уже пошла. А все остальное у нас... А солод у нас здесь хранится. Ну, на самом деле, тоже довольно близко. Не так далеко им ходить. Солод мы носим в пивоварню. Вот уже пиво. Уже пошло пиво, друзья. Уже пошло пиво. Уже пошли печься булки. Вопрос один. У нас что-нибудь делается здесь? Да, смотри, уже какие-то кудельки тут стоят. Народ. Да? Это ты так, крафтом занимаешься? Ты где вообще ходишь? Че вообще? Ты где вообще был-то? Ну-ка, бегом. Бегом. Крафтинг он врет вообще. А, ну вот, сидит. Сидит ниточки. Перебирает. Вот другое дело, давай работай. Вот. Вот, так, смотрим, что у нас. Все, у нас появился хлебушек. У нас пиво вообще. У нас появилось пиво. А из одежды? Ну, какая же одежда, когда он только что пришел? Вот, в общем-то, теперь все это так оставляем. Тут у нас надолго. Тут у нас надолго, тут у нас намного. Давай посмотрим, сюда пиво принесли. Да, сюда пиво принесли. И народ у нас получил пиво. Да, пиво народ получил. Народ не получил одежду, и народ не получил церковь. Поэтому самое время строить церковь. Так, тут эти пока что еще рубят. 24. Ну, на самом деле церковь это такая долгая история, что... То, в принципе, можно и начинать. Итак. Дело в том, что мы не прокачаем наш домик до второго уровня, пока он не получит церковь. Ну и пока он не получит одежду. Там что там у нас с одеждой? Да, вот уже появилась. Уже появилась первая связка. Первая пачка хлопчата бумажных тканей. Не знаю, появится ли она здесь. Здесь полностью забит кожей. Рыночный павильончик. Но, может быть, народ сам как-то его получит, нет? Да, наверное, это получится. Давай немножечко мы подождем еще. Вот. С другой стороны, можно и не ждать, потому что пока мы строим церковь, явно
Народ-то понаделает себе хлопчатобумажных изделий. Итак, церковь. Баба. Вперед, ребята, вперед. Сюда далеко, конечно, тащить бревна, но на то у нас есть два вала. Вот. Это во-первых, а во-вторых, мы сейчас и дорожку сюда проведем. Вот, чтобы удобнее было ходить. Понятно, что этот пятачок, я еще думала, что я всуну сюда какой-нибудь дом, но сдается мне, что вряд ли. Я могу сюда всунуть дом, но он будет, наверное, без... Да, он будет без... Без какого-либо хозяйства. И сюда я... О, смотри, теоретически я могу сюда всунуть какой-то дом. Ну зачем? Зачем? Здесь у нас будет парк. Вот такой вот парк. Красивый. Лужайки. Люди будут гулять вокруг церкви. Радоваться. Можно как-то здесь еще дорожку положить. Я не хочу деревья рубить. Так, секунду. Катерил. Все, гуляй не хочу. Прям только клумбы не хватает с фонтаном. Ну, я же говорю, это чтобы за корчму уходить куда-нибудь там, писать или еще что-то. Темные делишки делать. Вот тут такой парк и есть. А потом замаливать грехи. Да-да. Так, ну вот. Наш Васька привез сюда уже бревнышко. Сейчас, наверное, гамма подъедет, да? Да. И все сюда. Все на великую стройку. Я все никак не могу понять с этим изгибанием. Давай вот так красиво сделаем. Да, прогулочные дорожки в парке. Угу. Ладно, не буду здесь уже. В конце концов, это такие дополнительные вещи, которые совершенно не обязательны. Ну что, великая стройка пошла? Великая стройка пошла. Давай посмотрим, что у нас на полях творится. Тут точно ничего делать не надо. Так, оставленный часовой на полях. Не знаю, что делает. Что-то делает. Бдит, наверное. А остальные все таскают, строят. Ветер поливает. Ветер. Дождь поливает, и наша церковь строится. Oh, happy day! Oh, happy day! Что-то как-то погода гневается, не нравится. А что у нас по поводу одежды? Есть. Но почему-то наши ее... Почему-то никто ею не пользуется.
Безобразие. Даже здесь. Ай, скорее всего, надо, знаете, что сделать? Еще один стенд для одежды, потому что этот стенд у нас забит вот этим кожей. Давай поставим сюда. Вот так поставим. И давай-ка мы на тебя дадим приоритет. Иначе у нас толка не будет. Тем не менее, смотри, как спорится работа, а? Кому-то петуху оторвали хвост. Либо курица снеслась. Стенд построили. Я ж приоритет поставила. Вообще тут есть? Оно есть. Вон бычара тащит сюда. Тащит сюда бревнышко. Ну давай, давай, господи, что там? Я специально сделала такую развилку, чтобы вы расходились. А они путаются друг с другом. Этого как-то рыночный стенд вы строите дольше, чем церковь. А смотри, в таверне что творится. А в таверне народ гуляет. В таверне куча пива. Обалдеть. Бабах. Бабах. Новый пункт. Игра паузирована. А что за новый пункт? Мы стали Medium Village. И вот теперь самое интересное и начинается. Прежде чем нам сейчас кинули обязанность платить налоги, смотри, все, они получили все, кроме, черт возьми, этой одежды дурацкой. Да что ж такое-то? Нам надо сейчас быстренько строить такс-офис. Но... офис. Офис по сбору налогов. Где он тут у нас? Мы его не откроем, пока не стали Medium Village. А почему мы не стали Medium Village? Потому что нам надо построить Manor House. Да, дом помещика. И, конечно, он сюда не поместится. Конечно, он сюда не поместится. А может и поместится. Но есть одно условие. Он должен быть обнесен стеной. Поэтому мы берем и строим стену по всему периметру этого чудесного уголка. Так, не знаю, чтоб только вот тут... Да, очевидно, как-то вот так вот, чтобы выход из домов тут им не перекрыть, потому что никогда не знаешь, где у них там что. Так, ну ладно, игра на паузе, поэтому можно сильно не истерить. А, и... Что? Одно но.
еще одно «но», которое немаловажно. Сколько вот у меня уже? Уже 7. 6. Так, теперь нам нужен гейт. Сам дом мы ставим сюда. Он должен иметь выход. Так вот, с выходом тут тоже веселая история. Он не строится внутри. Внутри стены. Подожди, если я сейчас его поставлю, предположим, 10, да, мне должно хватить. Может быть, я, если его поставлю, я могу сейчас поставить дорогу. Не, не могу. Все равно не могу поставить дорогу. Предположим, так. Вот, и что мне еще надо поставить, это гейтхаус, чтобы можно было зайти. Тут тоже очень весело все. Потому как... Она тоже на дорогу как бы и не выходит. Давай попробуем еще одну дорогу проложить. Как-то так... чтобы уже точно все попало. И гейт. Ну, попадает он на дорогу? Ну, вроде как да. Так, и после всего прочего нам надо будет куда-то сюда притулить этот такс-коллектор. Вот. Поехали. Поехали. На такс-коллектор нам не хватит дров, да? Такс-коллектор у нас... А, нет, вот как раз и хватит. Как раз и хватит, ну что ж, вперед. Вперед будем строить такс-коллектор. И дом помещика. Что у нас с едой? Ну вот, смотри, все, хлебушек пошел. Здесь у нас... Нет, ничего. Что у нас с припасами? Вот, смотри, теперь у нас стоп-пауза. Готовы к дома к повышению. Так, смотри, дома готовы к повышению. Это 4 бревна. Бревна. Давай повышать. Давай повышать те, которые ближе всего, чтобы наш этот самый Окс долго не бегал. И мы прямо вот сейчас приоритет поставим, чтобы они не манор-хаус строили, а чтобы они строили домик. Вот. Поехали. Вот такие интересные времена на перегонки. Времена на перегонки со временем у нас пошли. Откуда они набрали одежды? Отсюда? Да, смотри, вот, как я и говорила. Сюда принесли. Сейчас сюда еще и кожу бухнут. Ну да ладно, здесь уже есть лен. Да, поэтому, в общем-то, все дома получили льняную поддержку. А этот дом у нас сейчас будет перестраиваться. Друзья мои, это все мы с вами будем наблюдать уже в следующей серии, которая, скорее всего, будет завершающей. У нас еще, конечно, есть возможность строить
добычу и создание инструментов. Не знаю, насколько это будет интересно мне, но я бы вспомнила на самом деле. Поэтому посмотрим. Может, последнее, может, не предпоследнее. В любом случае, мы с вами построим помещичий дом. И, я надеюсь, успеем прокачать еще 3 домика. Главное, чтобы при этом наши дровосеки, эти дровосеки, чтобы они не отдыхали, чтобы они работали. Я надеюсь, что так они сделают, а мы с вами увидимся в следующей серии. Красота, да и только.